взять джип ради девочек, да? Чтобы девочек покатать в машине без крыши, да? Можно на этом бабло заработать. Да? Как? У него же бизнес-план возник. Какой? Берешь тачку в аренду, там платишь 40 евро там для тебя. Все. Все, вставляешь в маршрут. Вот. Ты пишешь уже или нет? Да. Ну, а дальше? Составляешь маршрут, все. В отеле, в отеле их ведешь. Нет, дальше. А, белый фиат, да? В отеле берешь туриста. Каждого туриста берешь там. А, экскурсии катать, что ли? По 15, там, 20 евро, да. И катать. Огнище, а что ты так далеко встал? А что бы нет? Я еще не привык кстати. Ты очень логичный. Это у тебя тормозной путь такой был от дивы, да? Почему не надо? Тебя надо. Да че тебе? Я сейчас никуда не пойду. Саня взял. Давай сейчас заправлю. Саня взял машину, в общем. Мне с ним страшно ехать. Короче, когда наличные у тебя, ты можешь отдавать заправщику сразу. Да, а если карта, то в кассу идти. Отлично. В общем, это очень плохо, потому что я объелся шоколадной пастой, выпил литр молока, и мне очень тошнит. А сейчас Саня вводит очень резко. Да, очень резко, и меня тошнит еще больше. Пожалуйста. Потому что он меня бесит. Я, пожалуйста, это, будь нежнее, потому что я не шучу, меня может вырвать прокатной машине. Помоют. Я помою, да? А вот здесь вот где-то, да, там кольцо сейчас будет поворачивать, помнишь? Квартирка рассмотрели. Но нам ехать по главной сейчас. По главной, пока она вот туда сворачивает, пока не соединится. Солнечные блики раскрыты. Какой ужасный звук. Да, это пиздец просто. Слушайте наш новый альбом. Скоро. Достаньте рюкзака шапку. Я прям. Кепку, я одену. Чтобы этот... Саня потерял телефон, блин. Ищет теперь по всей машине. Офигенная поездка. А я что сделаю? Вот так вот. Старый раздолбанный фиат.
гора монументальная. Просто. Цвет такой видишь, интересный. Едешь, она как будто отдаляется от тебя, да? Не, мы просто едем постоянно в ее сторону, а она... Да, она как... В принципе, недалеко ехать. Кто тут? Форель? Я задачу выращиваю. Не видно, вон он. Мыло. Все стандартное. Как в Сочи, да? Водопады города. Такое ощущение, что вот эти светлые пятна на скале, как будто бы солнце светит. На самом деле там не светит. Сколько, сколько? 12 лир. Непонятно. Ты все лиры отдал? Да. Он лекарь. Так, друзья, вход в каньон стоит 12 лир. Ну, 100 рублей человека. Смотри, два близнеца. Прикол. Еще в розовеньких тортиках. Водопад. Да,
кайф. Видишь, да?